Вчера на наших лекциях мы подробно говорили о природе систематического богословия, и в заключении мы разобрали различные определения. А сейчас я хотел бы, чтобы мы открыли пятую страницу наших конспектов и задали такой вопрос: а зачем вообще заниматься систематическим богословием? Мы обсудили, что это такое, но на каком основании кто-то решит, что это нужное и значимое дело? Что ж, я разделил свои размышления на эту тему на две основных категории. И первую категорию я назвал бы так — теоретические основы богословия. И есть определенные факты, на которые я хотел бы вам указать, о Боге, о человеческом разуме, а также об определенных заповедях из Писания, а также об определенных практических аспектах богословия. Есть достаточно веские практические основания для того, чтобы заниматься богословием. Итак, прежде всего, давайте рассмотрим теоретические основания для того, чтобы заниматься богословием. И здесь у меня четыре основных пункта, и первые три касаются того факта или различных фактов, благодаря которым становится возможным занятие систематическим богословием. А в четвертом пункте я объясню, почему это необходимо. Итак, вначале давайте рассмотрим причины, почему возможно заниматься богословием. И, во-первых, если эта Вселенная сотворена Богом, а мы верим, что так оно и есть, тогда истина о Нем может быть найдена в любой дисциплине, которую мы будем изучать. Но тот факт, что различные учебные дисциплины не составлены таким образом, как составлено систематическое богословие, и приходится из различных дисциплин брать только то, что имеет отношение к занятию богословием, и затем все это приходится сопоставлять в систему. И суть не только в том, что в других дисциплинах есть данные, которые имеют отношение к занятию богословием, но дело еще и в том, что Писание не составлено как систематическое богословие. Если вы сравните какую-либо книгу Библии, скажем, с христианским богословием Милларда Эриксона, то вы увидите много отличий в том, как организованы эти книги, и в том, как они написаны. Писание — это основа для евангельского богословия. Но также есть информация на разные темы, разбросанная по всему Писанию. Другими словами, Бог говорит нам не все, что у Него есть сказать по какой-то теме в каком-либо отдельном тексте Писания. Библию надо рассматривать в целом, Ветхий Завет и Новый Завет. И в итоге нам нужно взять истину, записанную в Писании, и истину из других дисциплин вне Писания, и согласовать это вместе в некой системе. И это возможно, потому что мы живем во Вселенной, которую сотворил Господь. И вторая причина, которая говорит о возможности составления богословия, как мы уже указывали вчера, состоит в том, что отдельно взятая истина должна согласовываться с любой другой истиной. И вчера мы это объясняли, что какие-либо утверждения, соответствующие миру, не будут противоречить другим утверждениям, которые соответствуют миру. И так как система идей представляет собой набор утверждений, не противоречащих друг другу, то тогда что ж, тот факт, что вы можете сопоставить истинные утверждения вместе, избежав противоречий, означает, что то, что мы хотим сделать в систематическом богословии, осуществить возможно. И истинные утверждения возможно свести воедино в некую систему. И третья причина, позволяющая говорить о возможности достижения цели систематического богословия, состоит в том,
что все, что нам нужно для того, чтобы создать некую систему, у нас есть. Поэтому то, что нам нужно сделать, может быть сделано. Позвольте мне более подробно объяснить, что я имею в виду, когда говорю о том, что у нас есть все, что нужно для того, чтобы создать некую систему. Во-первых, Бог открыл себя. Если мы хотим создать систему идей, относящихся к сущности Бога, Его деятельности и отношения, и при этом Бог бы не открыл ничего о себе, то для нас было бы чрезвычайно сложно что-либо создать. Вся бы эта система идей основывалась бы на нашем воображении, а не на Божьем откровении. Но Бог открыл нам себя. Затем, во-вторых, Бог наделил нас также умственными способностями, чтобы понять то, что Он открыл. То есть у нас есть способности для того, чтобы понимать и истолковывать язык. Это означает, что у нас есть умственные способности, позволяющие нам понять, что такое противоречие, и убедиться, что мы не включаем противоречивые утверждения в свою систему богословия. То есть мы можем рассуждать, мы можем воспринимать окружающий нас мир своими органами чувств, и все это должно быть истинным, чтобы мы могли иметь возможность создать некую систему богословия. Вы, может быть, думаете про себя, ну, действительно, возможно заниматься богословием, но на каком основании кто-то захочет заняться этим и создать систему богословия? И по этому поводу я тоже хотел кое-что сказать. Причина, по которой мы должны заниматься систематическим богословием, состоит в том, что наш разум, разум человека, стремится к порядку. И если он встречает какой-то хаотический и несвязанный набор фактов, которые никак не организованы между собой, то разум человека неизбежно начнет пытаться упорядочить этот набор фактов, ту информацию, которая ему представлена. И если этого не происходит, то хотя наш разум и будет переполнен какой-то информацией, но мы будем чувствовать себя очень запутанными и не будем знать, что с этим делать. Теперь я хочу сказать нечто о том, что я уверен, каждый из вас когда-либо переживал. Бывали случаи, когда я сидел в церкви и слушал проповедь пастора, и он проводил много интересных наблюдений, но было совершенно непонятно, как эти различные наблюдения связывались вместе. А также совершенно неясно было, какая же цель этой проповеди. И вот слушая такую проповедь, вы осознаете, что вы неосознанно пытаетесь систематизировать то, что говорит пастор, сопоставить его различные пункты вместе, чтобы увидеть какой-то смысл в этой проповеди и понять, что же на самом деле он хочет вам сказать. Вот о чем я говорю. Наш разум естественным образом устроен так, что он заставляет нас пытаться организовать, систематизировать, упорядочить ту информацию, которую мы получаем, чтобы понять эту информацию и суметь ее использовать. Есть еще одна причина, почему нам следует стремиться к систематизации. Я уже упоминал об этой причине. Дело в том, что Писание, которое служит основанием для нашего богословия, не представлено в систематизированном виде. Оно не написано как систематическое богословие. Так, к примеру, в самых первых главах книги «Бытие» вы можете прочитать о том, что в итоге Бог обязательно одержит победу через Христа, победу над сатаной. Конечно, вы не прочтете там всех подробностей, я имею в виду текст, записанный в Бытие 3.15, но это не единственное пророчество. Есть много других пророчеств, записанных в разных книгах Библии, в Ветхом Завете, а также есть и в Новом Завете в разных книгах. Другими словами, это касается не только пророчеств,
но и любой другой темы. Бог не сказал нам все, что Он хотел нам сказать по какой-то теме в одном месте. Имеет место то, что часто богословы называют прогрессом. И когда я буду говорить об этом, вы поймете, что действительно есть смысл об этом говорить, и что откровение на самом деле прогрессирующее. И что это означает? Что по мере того, как идет время, Бог открывает все больше и больше по какой-то конкретной теме. И по мере того, как Он открывает все больше, то мы все лучше понимаем, что Он говорил на эту тему ранее. Уже читая третью главу книги «Бытие», можно было понять, что есть необходимость в том, чтобы кто-то заплатил за грехи человечества, и что есть необходимость восстановления отношений человека с Богом. Но все же при этом мы не видим евангельского послания так ясно. И уже когда мы читаем о законе Моисея, то мы понимаем, чтобы иметь правильное отношение с Богом, чтобы иметь прощение грехов, то нужно приносить жертвы, жертвы животных. И в этот момент становится ясно, что за грехи должно быть заплачено и заплачено кровью. И затем, рассмотрев различные тексты Ветхого Завета, становится понятно, что Бог предсказывает, что будет некто, кто однажды прольет кровь за всех, и это будет платой за грехи. И здесь можно привести в пример текст, записанный в 53 главе книги пророка Исаии. Там эта идея четко прослеживается. Но только лишь дойдя до Нового Завета, мы встречаем того, кто является Мессией, тем Мессией, о котором говорилось в Ветхом Завете, Спаситель, тот, который принесет искупительную жертву, о которой также говорилось в Ветхом Завете. Но в Новом Завете мы находим, что тот, кто станет этой жертвой, никто иной, как Иисус из Назарета. Поэтому богословы говорят, что есть прогресс в откровении. Это не означает, что с каждым разом откровение становится все лучше, и предыдущее можно просто выкинуть. Мы не говорим о том, что откровение эволюционирует, что есть какое-то примитивное откровение и превосходное. Нет, все откровение, которое содержится в Писании, сошло от Бога, живого и истинного Бога, единственного Бога. И так как оно все от Него, то все оно важно. И здесь я хочу лишь сказать о том, что Бог не намеревался нам рассказать все по какой-то теме в одном конкретном тексте. И так как Он делает это в разных текстах, то для того, чтобы понять евангельское послание, для того, чтобы понять, в каком затруднительном положении оказался человек, и то, что Бог намеревается сделать в будущем, то нам нужно свести воедино различные фрагменты откровения из разных текстов Писания, сопоставить их все вместе и сказать, «Вот, что Бог хочет, чтобы мы поняли. У нас есть нужда в Спасителе. Вот то, что Бог хочет, чтобы мы осознали о том, что мы можем восстановить свои отношения с Богом». И так далее, и далее. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, зачем нам создавать некую систему? Во-первых, наш ум естественным образом к этому стремится, и во-вторых, Писание не написано как систематическое богословие, поэтому нам нужно сопоставить разные истины по какой-то теме вместе. Но также необходимо заниматься богословием по той причине, что есть несколько ясных библейских повелений,
которые говорят о необходимости систематического богословия. И позвольте мне упомянуть несколько текстов, чтобы проиллюстрировать то, что я хочу сказать. Что ж, для тех из нас, кто несет служение пастора или учится, чтобы стать пастором, или надеется стать пастором в будущем, знают о том, что в Писании говорится о тех качествах, которыми должен обладать пастор. И в послании к Титу, в первой главе, мы находим перечень таких качеств. И давайте отметим вместе в 9 стихе 1 главы. Вот что там говорится о том, какими качествами должен обладать пастор, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Что ж, казалось бы, все должно быть просто. Все, что нужно сделать, обратиться к Писанию, которое написано как систематическое богословие. Одна книга целиком посвящена Писанию, все, что нужно знать. Вторая, все, что нужно знать о Боге. Но на деле совсем не так. Писание написано по-другому. В Писании раскрываются разные темы. Причем постепенно Бог добавляет новую и новую информацию. Поэтому представляется необходимым свести различные истинные утверждения вместе и сформировать систему богословия. Потому что если вы этого не сделаете, то, честно говоря, основываясь на Титу 1:9, то вы не будете годиться для служения пресвитера по местной церкви. И будет очень трудно наставлять других людей в здравом учении, если у вас самих нет этого учения, нет богословия. И более того, будет невозможно противящихся обличать тех, кто противится здравому учению, если вы сами не уверены, каково же ваше богословие и как оно отличается от взглядов других противящихся. Во-первых, возможно заниматься богословием, и более того, это требование показывает, что это необходимо делать, если вы намереваетесь нести это служение. Что ж, вы можете подумать про себя, ну, это касается только тех, кто несет служение пресвитера. Да, им это нужно делать. Но что касается остальных, тех, кто не призван к служению пресвитера, зачем им нужно богословие? Что ж, Павел пишет Тимофею во втором послании, во второй главе, в 15 стихе, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». В некоторых переводах говорится «верно разделяющий слово истины». Но что значит «верно преподавать слово истины»? Разве не ясно, чему учит Писание? Может, просто его читать, и тогда автоматически ты будешь знать, и достаточно всего лишь знать язык, на который переведено Писание? Нет. Писание не написано таким образом, как написано систематическое богословие. Поэтому, если мы хотим верно преподавать слово истины, то мы не можем отделить один стих от остального Писания, как будто этот один стих говорит нам все, что мы должны знать по какой-то теме, и думать, что таким образом мы должны жить. Поэтому не только те, кто несут служение пресвитера, нуждаются в богословии, но каждый, кто желает знать Библию и быть тем, кто верно преподает Библию. Апостол Павел во втором послании к Тимофею в 4 главе, в 1 и 2 стихах пишет Тимофею о необходимости проповедовать Слово и делать это во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Но как вы можете обличать или запрещать тем, кто не знают истины или не следуют истине,
Если вы говорите, что вот что требует Библия, и при этом указываете на какой-то текст, а они говорят, ну знаете, есть другие тексты, которые позволяют делать, что мы делаем. Что ж, вам нужно знать достаточно о всем библейском откровении и как оно согласуется вместе, чтобы уметь ответить на такие вызовы и возражения по каким-то библейским принципам и истинам. Что ж, возможно заниматься систематическим богословием, а эти стихи и аргументы говорят о том, что делать это необходимо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.